Обращаем внимание на огнетушитель, на строки первичных средств. Паспорт на месте, пломбочку смотрим. Срок огнетушителя годный. Стрелочка, видите? Угу. Пломбочка, все в целом состоянии. Со сроком все идеально. Проверить наличие и состояние огнетушителей, работу системы пожарной безопасности и доступность к эвакуационным выходам. Сегодня у Рахима Туркменова такой план работы. Уже на протяжении 7 лет, стабильно раз в месяц, одной из точек его маршрута является детский сад Ильнур в Иканхалке. Все потому, что еще в детстве он поставил себе цель стать пожарным дознавателем, чтобы помогать людям. Это моя мечта, если не ошибаюсь, где-то в 7-м классе, 8-м классе я уже мечтал поступить в МЧС. С отцом поговорил, отец мне замотивировал, объяснил все, как, что, чтобы человек должен быть самостоятельным, дисциплинированным, трудолюбивым, и только в этом случае ты можешь добиться успеха. И поэтому я решился на такую серьезную профессию. И как результат он получил не просто работу, а серьезное и ответственное, а заодно и очень любимое занятие. Пожарный надзор – это та отрасль, которая в радость не только самому Рахиму, но и его маленьким подопечным, которые в восторге от общения с ним. Я понимаю это по его разговорам с детьми, как он общается с детьми, как ему дети отвечают на его вопросы на мероприятиях, на наших. И вот он общий язык понимает с нашими детками. Такой доброжелательный. У него и внешний вид такой доброжелательный. Ну, дети тянутся к нему. У него свои дети есть, он своих детей приводит сюда, в садик. Многих детей он знает. Хороший отец, любит детей. Но настоящий пожарный инспектор должен уметь все – и сказку детям рассказать, и пожар потушить. И это не просто громкие слова. Был в жизни Рахима и такой опыт. Мы с другом зашли в подвальное помещение. Мы оттуда вытащили двоих детей. Там как бы все рушилось, и я уже не мог на это смотреть. И после чего мы вдвоем помогли детям, вытащили их и предоставили непосредственно скорой помощи. Спасти жизни детям, потушить пожар, участвовать в дознании, наладить работу сигнализации. Кто знает, с чем еще по долгу службы придется столкнуться пожарному инспектору. Ну а мы, гражданское население, должны не забывать, что пожар всегда легче предупредить, чем потушить. Анна Гончаренко, Ливан Задзамия, Архыз 24.